Ассаламу алейкум, приветствую всех! Ассаляму алейкум, рахматуллах, баракату! Маша Аллах, вот мы после пятничной молитвы направляемся домой. Маша Аллах, Мухаммад, вот почитали сейчас джума намаз. Как чувствуешь, брат? Вот Всевышний Аллах в Коране говорит, «Аля би зикри ллахи татмаинул кулуб». Когда человек вспоминает Всевышнего, его сердце успокаивается. Вот сейчас после молитвы, после джума, после намаза, чувствуешь ли это успокоение в сердце? Да, альхамдулиллах, да, Маша. Да, я чувствую. Мы еще почитали. Коран, машаллах. Да, и вообще, пятничная молитва вот в этом дне, вот в пятницу, для меня есть такое вот, своего рода такое наставление, когда ты идешь, становишься в ряд со всеми, где и работодатель, и рабочий, и уборщик, и там спортсмен, и какой-то там это боец там суперзвездный, да? Ладно, ладно. Все стоят они в одном ряду, все, и поклоняются одному Аллаху. Нет у них среди них в этот момент никто выше, ни положение выше, ни статус, никто никого не выше. Все стоят и поклоняются одному Аллаху, который выше. Машаллах. Все равны перед Всевышним. Да. То есть нету разницы между арабом, не арабом, богатым, бедным. Да? Только разница в чем? В богобоязненности, да, как во Всевышнем, субхана ва тааля. Да. Впереди камера на полосу. Не вмешивайся, когда мы еще не разговариваем. Пусть не вмешивается, да. Да, Аллаху мустаан. Поэтому, уважаемые братья, Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал в сурат Аль-Джума'а: «Я айюхаллазина аману, ида нудия лиссалати ми яумиль джум'ати, фасау иля зикриллахи, вазарул байя, заликум хайрун лакум, ин кунтум та'ламун». О верующие, когда вы слышите призыв на пятничную молитву, оставляйте торговлю и спешите поминать Всевышнего. Это лучше для вас, если бы вы только знали. Ждем вас на пятничных намазах, на пятничных молитвах. Баракалафикум, джазакаллах. Вопрос такой. Да, конечно. Честно. Да. Любишь меня ради Аллаха? Я тебя больше люблю. Но тут я поспорил. Любите друг друга ради Аллаха, субхана тааля. Будьте счастливы. Садкобру запустим. Ца! Машаллах.